Герои нашего времени в воскресенье отмечают свой профессиональный праздник. И многие, как обычно, на посту. Уже год они работают в условиях, приближенных к боевым. И неважно, красная это зона или зеленая, нагрузка на здравоохранение в целом выросла многократно. Незадолго до Дня медицинского работника мои коллеги побывали в республиканском кардиодиспансере, в котором развернуто и ковид-отделение. Об эмоциях, которые скрываются за маской в материале моих коллег. Я глаза открыла, передо мной вот эти маски белые. И еще самое главное, такие родные, такие теплые глаза смотрят на меня. И мне как будто они вот надежду вселяют. Я же думаю, я живу. Значит, я живу. Спасибо большое. Мои ангелы. Полтора года прошло с тех пор, как больницы разделились на красную и чистую зоны. Профессия врача всегда была очень благородной и важной. Но за это время она стала нам всем жизненно необходима. Поначалу нам было тяжело в масках, в костюмах. Было тяжело обходиться долгое время без еды, воды. Но к этому мы привыкли. Но самое тяжелое – это все-таки эмоционально. Когда наши пациенты страдают, а мы не всегда можем, к сожалению, им помочь. Это самое тяжелое. Сейчас мы уже набрались достаточно опыта, чтобы помогать нашим пациентам, даже тяжелым и самым тяжелым. Поэтому я, наверное, все-таки останусь здесь, чтобы помогать и нашим пациентам выжить. Мы, Господи, мы также все сотрудники, которые работают в красной зоне, мы все относимся с трепетной душой к своим пациентам. Мы стараемся им помочь. И нам мы стали больше любить и уважать своих родных, близких. Теплее стали относиться к своим сотрудникам. Врачи, фельдшеры, медсестры, младший медицинский персонал – это одна большая команда, в которой работают только преданные своей профессии специалисты. Пока в красной зоне продолжается ежедневная борьба за жизнь каждого тяжелого пациента, в чистой вернулись к плановым операциям. Когда человек после реанимации открывает глаза – это чудо. Я чудо имею в виду не просто как какое-то случайное событие, я имею в виду как плод моего труда. То есть самый главный плод моего труда – это когда человек открывает глаза после реанимационных мероприятий. Наш самый главный враг же – это смерть, и мы боремся со смертью. Тысячи спасибо, им говорят по всей республике, и не только. А доктора просто хотят, чтобы мы не болели и берегли свое здоровье. Ты его на улице видишь, и он… Может быть, он даже тебя никогда не узнает, но ты… Я помню своих пациентов, я не помню фамилии, я помню просто по лицам и по глазам. И когда видишь этих людей просто на улице, в кругу своих близких, ты думаешь, что ты не зря работаешь. Татьяна Трофимова, Елена Гальперина, Николай Скворцов, Республика.